смерти, Родина. Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы не возвращаешься. Из беды тебя я выручу. Прилечу орлицей быстрой. Отзовись, моя кровиночка. Маленький, единственный. Как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляю в полет. Огонь жизни. Я очень часто представлял себе, как это может быть. Буквально сегодня утром рано, очень рано, я увидел небольшой социальный ролик про Сталинград. Вот уже наше время. Парень с девушкой, может уже муж. Сейчас возлагать поедем. И у нас традиционно в гостях отец Алексий, настоятель Свято-Никольского храма. Мы рады вас. С нефтью. И там баржа родная. Загорелась Волга, тут горит все. Все, весь Сталинград горит почти за один день. Он в день делал 1500 залетов. В этот день, вы знаете, жители, они не могли знать, что подберут к Волге, приправили, недалеко от приправы. Реально, они берут, кто с чем, кто с топором, кто с ведром. Все такие растения, все такие. Такого ужаса жена никогда не видели, что столько было этих самолетов, столько было такого. Мы к вечеру не знали, а летели мы через нашу батарею. Наша батарея не могла стрелять ни одного снаряда. И поет мне в землянке гармонь. Про твою и
сегодняшних дней. Но мы с вами должны помнить эту историю и проносить... 75 лет назад наши предки и те люди, которые сейчас живут, дай Бог им здоровья, они все доказали всем. Те люди, которые пытались сломить русского человека, ничего не получилось у них. Наш народ непобедим. И знают сейчас все об этом. Если мы сплачиваемся, то любому дадим отпор. Мы должны с вами любить свою родину. Сначала малую родину, свою семью, своих близких людей, свой родной город, свою область, свою страну. Мы должны любить и уважать. Только вот это уважение будет подпитано помощью и милостью Божьей. Желаю вам, дорогие мои, здоровья и знать, что мы с вами являемся теми защитниками, которые в любой момент должны сплотиться и встать на защиту нашей любимой родной страны. С праздником вас! Единственная вся сила, давайте, друзья, пусть нами гордится вся наша земля. Я люблю тебя, Россия, вместе скажем не дая. Будем делать тебя сильной, процветание тебе, моя земля. Мы молодежь, наша всех тебе дам. Мы все патриоты твои, всеми на равные права. Заводы, фабрики, процветание тебе, моя земля. Здоровье ваше. Да, еле телепаю. Плохое здоровье. 200 И все-таки
победим мы, победим. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки. Возвращение, как мед на губах, на том мире. И сколько бы нас не осталось живых, жив голос победы, знамен боевых. И все-таки, и все-таки живых, жив голос победы, и все-таки мы победили. Тысячи из нас за город жизнь свою отдали. Как злобой дикою к врагу мы на снег, и рдел под ними снег, как пламя, и Волга замедляла бег, а мертвых товарищи, разрешите митинг. Героев, которые переломили ход Великой Отечественной войны. Героев, которые помогали в тылу. Героев, которые обеспечили нам будущее. И сегодня наша с вами задача с честью и достоинством беречь то, что они нам оставили. Великая слава победителям во все времена. Было очень много пленных, мадьяр. Они все вынесли. И уничтожили целую армию фашистов. Ни для кого не секрет, что это было началом нашей великой победы. Что именно родину в общем плане, свою область, свой город, свою семью, своих близких, друзей и знакомых. Каждый сплотился, чтобы защитить своих близких. Мы сегодня с вами как никогда нуждаемся в этой сплоченности. Нам она нужна. И нас будет объединять всегда либо радость, либо горе. Конечно же, желаю вам больше радости, чтобы вы в радости объединялись. Чтобы вы понимали, что каким подвигом ратным, какой ценой достиглось то спокойствие и благодать, в которой мы сейчас живем. Помощи вам Божией, здоровья вам, вашим семьям, близким и милости Божией. Спасибо, с праздником. Боевой славы и города, братским могилам периода Сталинградской битвы, на улицу Ленина, на площадь железнодорожного вокзала. Церемонию возложения.
путешествие. Приглашаем вас в городской дворец культуры на праздничный... После церемонии возложения приглашаем вас в городской дворец культуры. Какой ценой завоевано счастье? Пожалуйста, помните.